Құрметті әріптестер, қайырлы күн. Үкімет жанындағы ведомствоаралық комиссияның жұмысын бастайық. Күн тәртібінде үш сұрақ. Күн тәртібін өздеріңіз жақсы білесіздер. Бұл кезекті отырыс. Жоспарға сәйкес жұмысымызды бүгін ұйымдастыратын боламыз. Бірінші сұрақ: комиссияның отырыстарының 2020 жылғы хаттамалық шешімдердің орындалуы туралы. Екінші сұрақ: кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі өңірлік комиссиялардың жай-күйі мен даму перспективалары туралы талқылайтын боламыз. Және үшінші сұрақ, ол 2021 жылға арналған комиссияның жұмыс жоспарын талқылау және қабылдау. Күн тәртібі бойынша қандай ескертулеріңіз, ұсыныстарыңыз бар? Жоқ болса, онда жұмысымызды бастайық. Уважаемые участники заседания, на нашем заседании присутствуют члены Межведомственной комиссии при правительстве Республики Казахстан, представители неправительственных организаций, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Эльвира Азимова, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин, представители центральных и местных исполнительных органов, заместители директоров департаментов Комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки, Министерство образования и науки, которые курируют вопросы охраны прав детей, ну и заинтересованные другие лица. По регламенту предлагаю определиться выступающим до 5 минут, те, кто захочет выступать в прениях, до 2 минут. Вопросы будем задавать после того, как выступит каждый докладчик. Регламент бойынша ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ. Жақсы. Құрметті әріптестер, соңғы күндері әсіресе бұқаралық ақпарат құралдарында балаларға қатысты қатыгездік жағдайлар бойынша бірнеше мәселелер көтерілген болатын. Күн тәртібіне көшпей тұрып, осы оқиғалар бойынша қабылданған шараларға тоқталып, қандай шаралар қабылданды және де жүйелі түрде қандай жұмыс жүргізіліп жатқаны туралы тыңдап алайық, одан кейін күн тәртібіне көшетін боламыз. Олай болса, Атырау, Ақмола облыстарындағы және де Нұр-Сұлтан қаласындағы осы оқиғаларға байланысты әкімдердің орынбасарлары, яғни осы өңірлік комиссияның төрағаларына сөз беремін. Қысқа да нұсқа қабылданған шаралар бойынша баяндама жасауларыңызға болады. Ақмола облысы бойынша Айна Ермекқызы, сізге сөз. Сәлеметсіз бе, құрметті Асқар Қанатұлы, құрметті жиналысқа қатысушылар. Как вы знаете, 23 декабря текущего года родители воспитанников мини-центра Арган в Чучинском районе выложили в соцсети ролик, запись с камер видеонаблюдения о жестоком обращении над детьми. У родителей воспитанников детского частного сада возникли подозрения, что детей обижают в саду. По данному случаю приняты были соответствующие меры. 24 декабря отделом Бурабайского района возбуждено уголовное дело по статье 140 части 2 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Материал на сегодня находится в производстве следственного отдела полиции. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, отдел образования Бурабайского района, прокуратура, областное управление образования и члены областной комиссии по делам несовершеннолетних. Буквально вчера законодательно закреплена деятельность мобильной группы комиссии по делам несовершеннолетних, которая будет реагировать на кризисные ситуации. Эта группа у нас тоже действует, но благодаря теперь законодательному закреплению данной нормы есть у нас возможность комплексно решать проблемы по обеспечению безопасности детей. И мы также поддерживаем предложение министерства по созданию таких мониторинговых групп по вопросам защиты прав ребенка, направленных на своевременное эффективное решение вопроса по обеспечению безопасности детей.
По данному вопросу тоже у нас был, этот вопрос у нас был обсужден на областной комиссии по делам несовершеннолетних. Мнение членов совпало со всеми данными предложениями. Спасибо за внимание, Сынокта, келесе, Бахтыгүл Кайыржанқызы, сізге сөз. Рахмет, құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті әріптестер. Өкінішке орай, біздің Атырау облысында да 2019 жылы 18 қарашада нөмірі 20-ші алтын балық тіл мүкістігі бар балаларға арналған балабақшада осы оқиға орын алған. Десек те, 2019 жылы бұл мәселе заңдылыққа сәйкес қаралды деген күннің өзінде де бұл кейбір азаматшалар жеңіл түрінде ғана жазаларын алған. Десек те, 2019 жылы 18 наурызда өздеріңізге мәлім елге келген пандемияға байланысты іс ары қарай жай жүріспен жүрген. Десек те, бүгінгі күні Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 110 бабы азаптау бойынша іс қозғалып, қылмыстық істер аяқталып, Атырау қалалық прокуратурасына сотқа жолдау үшін жолданды. Сондай ақ бүгінгі таңда бұл тәрбиеші Измағамбетоваға ісі сотқа жіберілді. Десек те, сонымен қатар қала әкімінің орынбасары, қалалық білім бөлімінің басшылығы және басшысы, сондай ақ сол кезде аталмыш әрекеттің басығасында болған манағы тағы да тәрбиешілерге манағы қатаң сөгіс күйіндегі тәртіптік жаза қолданып, және кейбір азаматшалардың да мына мысал үшін Шугаева екінші тәрбиешінің де ісі тергеу тексеру істері сотқа жолданды. Бүгінгі таңда өзімнің өкілеттілігімен қызметтік тексеріс жүргізіліп, жан жақты Атырау облыстық білім беру басқармасынан, Атырау қалалық прокуратурасынан және Атырау облыстық білім саласында сапаны қамтамасыз ету департаментінен арнайы топ құрылып, қызметтік тексерісті жан жақты жүргізілген тұғын. Сол тексерудің қорытындысымен бүгінгі таңда тиісті лауазымдар екі тәрбиеші мен сондай ақ бүгінгі таңдағы меңгерушісі де қызметтен босатылып, ары қарай манағы тәртіптік жазалары қолданды. Сондай ақ бүгінгі таңда сайып келгенде біздерде кәмелетті толмағандардың істері жөніндегі комиссияның құрамына манағы кеңесі де өтті. Сол комиссия жанынан мобильдік топтардың құрылғандығы да біз үшін бүгінгі таңда ойда айтарлықтай жұмысымызға жеңілдік беріп отыр. Сайып келгенде жұмыстың нәтижесі тек қана тәртіптік жаза қолданып, немесе қылмыстық істерді көтеру ғана емес, бұл жердегі жағдай баланың тағдыры. Сондықтан да біз оқушымызды жан жақты қамқорлықпен қамтамасыз етіп, қажетті балабақшасына үйлестіріп, манағы психолог, логопед, дефектологтың қызметіне көмектер көрсетіліп, және жанұясына да барлық жан жақты қолдау бүгінгі таңда облыс деңгейінде көрсетіліп жатыр. Енді бір ғана өзекті мәселе бар, бүгінгі таңда өңірде балабақшаның шынымен де мынау ерекше балаларға қажетті балабақшаның жеткіліксіздігі. Сондықтан да 2021 жылы іске қосылатын үлкен 600 орындық балабақшамызды осы ерекше балаларымызға арнап қазірше сақтау үстіндеміз. Сондай ақ бүгінгі таңда мамыр айында іске қосылатын береке ықшамаудандағы 1200 орындық мектебіміздің 300 орынын сол ерекше балаларымызға арнайы жасалса жатқан жайымыз бар. Жұмыстар осылай жүруде. Асхат Қанатұлы, тағы да тиісті сұрақтар болса жауап беруге әзірмін. Рахмет. Түсінікті. Бахтияр Мәкенұлы. Нұр Сұлтан қаласы. Бар ма Нұр Сұлтан қаласынан? Өңірлік комиссияның төрағасы қайда? Жарайды, қарайық. Енді құрметті әріптестер, Ақмола облысында осы мәселеге қатысты оны айту керек. Жылдам шешімдер қабылданды. Осылай мәселені жасырмай, уақытылы шешімдерді қабылдау керек.
Қазір Бақтығыр қаржаңыз айтты, тиісті шешімдер қабылданып жатыр, оң өзгерістер бар. Бірақ десекте осы айтылған мәселе бір жыл бойы осы мәселені баяғдан бері шешіп тастауға болушы. Қазіргі заманда бұндай мәселелерді жасыруға керек жоқ екені түсінікті, жасыра алмайсыздар да. Сондықтан бұндай мәселелер бойынша жылдам дереу шешім қабылдау керек. Осы мәселе бойынша тиісті шешімдерді әрі қарай да қабылдайды ғой деп ойлаймын. Өйткені бір жылдың ішінде білім басқармасында да, басқа ұйымдарда да тиісті шешімді қабылдап, бұл мәселені баяғыда аяқтау керек еді. Сондықтан бұл мәселені әрі қарай өзіміздің бақылауымызда ұстайтын боламыз. Бүгін жүйелі түрде балабақша бойынша мемлекеттік бақылау тетіктері жоқ. Аккредитация, лицензиялау, аттестация сияқты институттар бүгін, әсіресе жеке меншік балабақшалар бойынша ол тетіктер бүгін жоқ екенін білесіздер. Енді кеше ғана осы сенатта қабылданған заңға сәйкес аттестация институты енгізіледі. Аттестация арқылы енді ол дегеніміз мемлекеттің бір бақылауының тетіктері жұмыс істейді деген сөзді білдіреді. Өйткені әрине де біз осы балабақшалардың тез дамуы үшін біраз жылдар бойы осындай шешімді қабылдаған болатынбыз. Ол өте маңызды, өте қажетті шешім болды. Ол бізге осы балабақшалардың санын тез арада көбейтуге мүмкіндік берді. Енді қазіргі уақытта біз 99%-ға жетіп қалдық. Енді бізге сапасына көңіл аудару өте маңызды болды. Сондықтан ең бастысы бұл сапа. Сондықтан осы тетіктерді біз жүзеге асырамыз. Аттестация кезінде кадр әлеуетін қарап, қолданып отырған бағдарламаларды қарап, басқа да талаптарға сай болуы жүйелі бақылауда болады енді. Бұл да өте маңызды. Одан кейін өзіміз келіскендей, мынау балабақшалардағы бейне камералардың біздің қойғанымыз өзінің нәтижесін беріп жатыр. Осы бейне камералар қазір 100%-ға жуық орнатылды, жұмыс істеп жатыр. Әрине де бұл камералардың ертен уақытылы жұмыс істеп, уақытылы тиісті бейне камералар ескірсе ауыстырып отыру басқа мәселесі біздің бақылауымызда болады. Бірақ осы бейне камералардың арқасында ата-аналар да бақылап отырады, басшылар да бақылап отырады. Сондықтан бұл мәселені ары қарай біздің өзіміздің жеке бақылауымызда болады. Сондықтан бұл мәселе маңызды. Және де осы ерекше балабақшалар бойынша арнайы бағдарламаларды біз дайындап жатырмыз. Ерекше балалар ерекше бағдарламамен оқуға мүмкіндік болу керек. Мысалы, мектеп деңгейі бойынша біз 2018 жылы осындай бағдарламаларды дайындап берген болатынбыз. Балабақшалар бойынша бұндай проблема бар, оны жасыруға болмайды. Сондықтан бұл жұмыспен біз айналысудамыз. Түсінікті. Енді бірінші сұрақты қарастыруға көшеміз. Сөз балалардың құқықтарын қорғау комитетінің төрағасы Иманғалиев Есенғазы Нұртілеуұлына беріледі. Құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті әріптестер, биыл Қазақстан Республикасы үкіметінің жанындағы кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау жөніндегі ведомство аралық комиссияның 4-ші отырысы өтуде. ВАК отырысында балалардың құқықтарын қорғауға қатысты өте маңызды мәселелер көтерілді. Олар ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар балалардың құқықтарын қамтамасыз ету, жетім және ата-анасын қамқорлықсыз қалған балалардың тұрғын үймен қамтамасыз ету, Шығыс Қазақстан облысы Аягөз арнайы әлеуметтік қызмет көрсету балалар орталығында балалардың құқықтарын бұзу фактісі бойынша Біріккен ұлттар ұйымы балалар құқықтары жөніндегі комитеттің 70-ші сессиясының ұстанымдарын орындау туралы балалардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кәмелетке толмағандарды қаза болу жағдайларын азайту бойынша қабылданып жатқан шаралар туралы. Үш отырыстың қорытындысы бойынша мемлекеттік және жергілікті атқарушы органдарға 39 ұсыным берілді. Әрине, бүгінгі баяндамада барлық ұсыныстардың орындалуы туралы есеп бергім келеді, бірақ жасалған мониторинг келесі көрсетіп отыр. Осы күнге тапсырылған ұсынымдардың 24-ті ұсынымы орындалды, не орындалу сатысында жүріп жатыр. 7 ұсыным орындалмады, 8 ұсынымның орындалу мерзімі бар. Уважаемые члены МВК, из 39 рекомендаций 7 предлагается перевести
Асхат Канатович, на постоянный контроль местных исполнительных органов с ежеквартальным предоставлением информации о ходе исполнения. С этими рекомендациями можно ознакомиться на слайде. Асхат Канатович, хочу озвучить 7 рекомендаций, которые на сегодняшний день не исполнены, либо соответствующие компетентными органами не представлена информация об их исполнении. Первое. Министерством труда и социальной защиты населения Республики Казахстан исполнение решений внеочередного заседания МВК по нарушению прав детей в Аягском детском центре оказания специальных социальных услуг не предоставлены по следующим пунктам. О проведении комплексной проверки детских центров оказания специальных социальных услуг с участием представителей заинтересованных государственных органов, неправительственных организаций и гражданского сектора. Выработка предложений о внесении изменений в действующее законодательство в части повышения оплаты труда социальным работникам организации системы труда и социальной защиты населения. Выработки предложений по законодательному закреплению работы попечительских советов в детских центрах оказания специальных социальных услуг. Второе. Министерством здравоохранения Республики Казахстан не представлена позиция по проработке вопроса по созданию системы раннего вмешательства, скрининга. Третье. Акиматом Восточно-Казахстанской области не проработан вопрос переноса Аягского детского центра оказания специальных социальных услуг в город Усть-Каменогорск. Четвертое. В Акмолинской, Мангистауской областях работа по выделению штатной единицы секретаря комиссии в аппарате соответствующего местного исполнительного органа не ведется, что приводит к нарушению действующего законодательства. Акиматами Западно-Казахстанской, Карагандинской, Туркестанской, Костанайской, Кызылординской, Алматинской, Атрауской, городов Алматы данный вопрос, несмотря на положительную динамику, до сих пор не решен. Пятое. Особое внимание необходимо уделить вопросу обеспечения жильем детей-сирот, так как он напрямую влияет на успешную социализацию наших детей в будущем. Местными исполнительными органами не исполняется поручение по обеспечению 20% лимита выделения жилья детям-сиротам в соответствии с жилищным законодательством. На сегодняшний день МИО не представлена информация по обеспечению 20% лимита выделения жилья данной категории детей, что свидетельствует об отсутствии мониторинга данного вопроса. Хочу обратить внимание членов МВК на факт слабого продвижения очередности. По состоянию на декабрь текущего года из коммунального жилищного фонда детям-сиротам и оставшимся без попечения выделено 807 квартир или 1,4% от общего количества лиц, состоящих в очереди, а их около 60 тысяч. Если решать данный вопрос такими медленными темпами, то дети, которые только встали в очередь, получат жилье более чем через 20 лет. Сейчас на экране вы видите сводную таблицу по исполнению всех рекомендаций местными исполнительными органами. Уважаемые председатели комиссии, только от вас и вашей координации зависит решение этих вопросов. Данный анализ направлен во все регионы для принятия незамедлительных мер реагирования. В целом, исполнение рекомендаций заседания МВК находится на постоянном контроле. Комитета по охране прав детей проводится ежеквартальный мониторинг по их реализации. В заключение хочу сообщить о том, что вчера на заседании правительства было принято постановление о регламенте работы МВК. В будущем году заседания будут проводиться ежеквартально, а информация об их исполнении будет направляться в правительство с принятием мер к лицам, допустившим неисполнение протокольных решений МВК. Кроме того, согласно принятому постановлению, круг рассматриваемых вопросов членами МВК значительно расширен и охватывает всю сферу охраны прав детей. Спасибо. Спасибо, коллеги. Какие есть вопросы к Есенгазы Нуртулевичу? Есенгазы Нуртулевич, у нас пандай сұрақтар бар. Қазір аяғыз бойынша оны біз сұрақ көтереміз. Мен әкім орынбасарына бұл мәселені жан-жақтан бізге көрсетіп, неге үкімет жанындағы комиссияның берген тапсырмасы орындалмаған туралы өз баяндамаңызда бұл мәселеге тоқталу кетеңіз сұраймын. Ну и по секретарям комиссии. Да, есть подвижки.
там почти с 30% до 60% мы продвинулись и говорили об этом на прошлом заседании нашей комиссии. Сейчас вот буквально тоже динамика есть, буквально полтора месяца прошло, уже больше 80%, как меня информируют коллеги, но этого недостаточно. Второй вопрос. Нам необходимо условно до следующего заседания комиссии полностью закрыть этот вопрос. Это постановление правительства, это поручение руководства. Вопросы защиты прав детей – это один из самых главных, самых важных вопросов. Важно, чтобы председателями или секретарями комиссии были не работники заинтересованных государственных органов, которые подотчетны этой комиссии. Как это? Они сами секретари комиссии и сами должны себе давать оценку. Но такого не может быть. Один освобожденный человек, мы об этом давно говорили, должен заниматься данным вопросом при аппарате Акима области в отделе социальной сферы, как это всегда было до этого. Координировать всю эту работу по защите прав детей. Им важно координировать вопросы и по образованию, и по здравоохранению, и по социальной защите, и по миграции, и по ювенальной полиции. Поэтому важно, чтобы была межведомственная координация. У нас каждый орган работает, много чего делают, но в вопросах межведомственной координации, общей работы, эти вопросы у нас хромают. Сейчас я вижу, хорошо, до 80% довели, но теперь опять на них возложили и вопросы госправового отдела, и вопросы там, других комиссий. Но это тоже неправильно, коллеги. Мы это все отслеживаем, смотрим. Сондықтан осы мәселерді өздеріңіздің бақылауларыңызға алуларыңызды сұраймыз. Теперь по исполнению поручений протоколов комиссии межведомственной. Это комиссия при правительстве. Это комиссия, которая занимается вопросами защиты прав детей. Я прошу относиться с полной серьезностью. Вот такого отношения поверхностного, когда на какие-то протокольные поручения можно ответить или исполнить, а другие можно проигнорировать, такие вещи не принимаются. Я сразу хочу предупредить. Это вопросы защиты прав детей. Еще раз повторяю. И когда сейчас предлагают снять с контроля эти поручения, которые не полностью исполнены, я не согласен, надо продолжить. То же самое, как касается приобретения учебников для детей с нарушениями зрения и интеллекта. Перевести на рабочий контроль региональных комиссий. Ну а как, если не выполнили? Как это переносить? Получается, два региона не закончили. Надо, чтобы все закупили. Это же дети, наши дети, которые должны обучаться, получать образование. Без учебников, как они учатся? То же самое касается соблюдения нормы по 20% лимиту обеспечения жильем. Детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. По видеокамерам. Надо сказать, что здесь и по школам, и по детским садам очень хорошая динамика. Что есть, то есть. Я благодарен регионам за то, что они очень активно здесь поработали. Енді барды бар деп айтуымыз керек. То же самое касается надворных туалетов. Мы об этом годами об этом говорили на протяжении многих лет. В начале этого года у нас было 2352 школы, где были только надворные туалеты. Сейчас у нас почти 99%, уже эта работа проведена. Там где-то идет сейчас монтаж, где-то другие работы. Я поручал департаментам по контролю, они объехали, посмотрели. Да, есть определенного рода вопросы, когда там надо обеспечить, чтобы там были закрытые кабинки, приватность была обеспечена, другие санитарные условия и так далее. Теперь наша задача, чтобы теперь эти надворные теплые туалеты, которые уже построили, надо, чтобы они не были закрыты на замок, как такое может случиться. Надо, чтобы они работали. Надо, чтобы были специальные машины-осенизаторы, потому что во многих местах нет канализации.
надо, чтобы обеспечили водой постоянно, ну и так далее. Эти вопросы будут на каждом заседании комиссии отдельно рассматриваться. Я предупреждаю и хочу уведомить наших коллег. Это очень важно. По комплексной проверке детских центров, мы об этом тоже говорили, эта работа не одного дня, работа идет. Сейчас мы вышли с инициативы по созданию специальных мониторинговых групп. Будут специальные мониторинговые группы, и эти мониторинговые группы будут держать эти вопросы на постоянном контроле. Потому что здесь не должно быть таких единичных акций, когда мы вспомнили после какого-то резонансного случая и начали наведываться, смотреть, в чем дело. Здесь должен быть постоянный контроль, в том числе со стороны гражданского общества. Есть у нас национальный превентивный механизм, и, пожалуйста, вот в качестве одного из дополнительных элементов вот будут работать наши специальные мониторинговые группы по защите прав детей. Общественность должна, я думаю, что активно участвовать в этом вопросе. И по МСУ, и по другим вопросам, это на самом деле очень важно. По секретарям КЗПН, город Нур-Султан, Шымкент, Жамбыльская, Павлодарская, СКО, ВКО, Актюбинская область, 100% закрыли. Еще раз хочу коллег поблагодарить. Маңғыстау, Ақмола, Атырау, Алматы облыстары бойынша ең төмен көрсеткіштер, құрметті әріптестер, бұл мәселені шешуіміз қажет. Бұл мәселені дереу шешуіміз қажет. Сондықтан осы мәселелерді қараңыздар, тиісті шешімді қабылдап. Енді келесі отырыстарда, әр отырыста бұның алдында көтерілген сұрақтардан бастаймыз. Өйткені тапсырмаларды көп беруге болады, олар орындамаса, оның бағасы өздеріңіз білесіздер қандай екен. Коллеги, в мае текущего года нами было проведено внеочередное заседание БК, на котором рассмотрена деятельность Аягосского детского центра оказания специальных социальных услуг в Восточно-Казахстанской области. Даны поручения. Деятельность данного центра до сих пор остается на повестке, вызывает широкий общественный резонанс. К сожалению, не все поставленные вопросы нашли свои решения, поэтому я прошу заместителя акима Восточно-Казахстанской области Мархабата Алишера доложить о текущей ситуации и об исполнении поручений протокольных нашей межведомственной комиссии. Сізге сөз. Құрметті Асхат Қанатұлы, құрметті мәжіліске қатысушылар, өзіңіз атап кеткендей үш комиссия өтті. Соның бір өзекті сұрағы біздің Аягөз балалар орталығы болды. Уважаемый Асхат Қанатович, действительно очень важный вопрос. Мы ежедневно держим данную тему на контроле. С утра созваниваемся с директором центра, узнаем о здоровье каждого услугополучателя. Относительно, значит, невыполнения протокольного поручения, действительно, мы сейчас разобрались. Данный пункт информация на МВК не предоставила. Я обещаю, что в ближайшее время будут приняты соответствующие меры тем людям, кто информацию не предоставил. По другим пунктам, в целом, по протокольным поручениям трех заседаний, Асхат Қанатович, разрешите вас проинформировать, что все протокольные пункты и рекомендации выполнены. Относительно Аягуза, по тому направлению, где говорится дать позицию Восточно-Казахстанской области относительно переноса данного центра в город Усть-Каменогорск. По данному вопросу я лично в момент прибытия межведомственной комиссии правительства и администрации президента данный вопрос обсуждался не раз. И в целом на нынешний момент по согласованию с руководством области данную позицию не поддерживаем и считаем нецелесообразной. Аргументы такие. Во-первых, дети там находятся от рождения, есть риск психологического стресса из-за разрыва многолетних связей с работниками центра. Также и отсутствует в городе Усть-Каменогорске типовое здание, подходящее для МСУ. Но надо здесь также еще отметить, что в целом экологическая обстановка в областном центре может создать определенный риск для здоровья детей. Далее. Неконкурентоспособность средней зарплаты работников центра в городской местности для привлечения высококвалифицированных работников. Ну и еще один из важных вопросов, мы тоже его обсуждали и с коллективом, и начальник управления, я сам лично два раза с
коллективом обсуждал этот вопрос. Высвобождение работников центра может создать социальную напряженность. В целом, мы уже освещали принятые меры по данному центру. За последние два года 153 миллиона было выделено. По всем рекомендациям, как 2019 года, так и 2020 года. В 2019 году 13,7 миллионов тенге, в 2020 году 139,5 миллионов тенге дополнительных средств для реализации тех рекомендаций, которые даны республиканскими комиссиями. Также, как вы знаете, сейчас разработана ПСД и получена госэкспертиза. В 2021 году предусмотрено 160 миллионов для дальнейшего строительства дополнительного корпуса. Это было одно из самых важных замечаний всех комиссий. Мы сейчас увеличиваем сумму квадратуру для малоподвижной категории и паллиативной группы. В данном корпусе он полностью будет инфраструктурно оснащен всеми нужными кабинетами по рекомендациям экспертов республиканской комиссии, и мы установим там лифт. В целом, работа находится на контроле. Вы правильно сейчас отметили, вопрос широко освещается в прессе. Недавно проведен и завершен судебное дело уголовное. По итогам три работника центра получили соответствующее решение суда. Но до этого руководством центра и управлением, и директор, и заведующий медицинского центра, и заместитель директора тоже были наказаны в рамках трудового кодекса. Асат Канач, данный вопрос находится на контроле руководителя области. Ежедневно, как я уже говорил, сверяем чеши с директором по каждому услугополучателю. Спасибо большое. Понятно. Заместитель Акима и комиссия сейчас серьезно занимаются этими вопросами. Нельзя смотреть на такие вопросы через призму черного и белого. Или есть, или нет. Конечно, есть вещи, где хорошо продвинулись. Но есть вопросы, еще раз говорю, где, к сожалению, наша позиция не совпадает. По Аягусскому центру речь о чем идет? Речь идет о том, что важно, чтобы дети имели доступ к высокоспециализированной медицинской помощи. Вот как раз несколько случаев, которые там произошли, они еще раз нам показывают, демонстрируют необходимость решения данной задачи. То есть вопрос не в том, что именно в Аягузе, вопрос в том, что это очень далеко. И как раз доступ к необходимым кадрам, к необходимой помощи, вот это главная задача. Смотрите, может быть в семье, может быть еще где-то, но вопрос именно в том, что дети должны получать квалифицированную помощь. Поэтому надо еще раз, я поручаю, заняться этим вопросом и отдельно потом комиссии, я думаю, что вы доложите, изменения определенные имеются, но по ряду вопросов надо дополнительно принять необходимые решения. Есть еще вопросы? Нет? Онда келес мәселеге көшейік. Келес сөз осы комитеттің төрағасының орынбасары Овечкина Юлия Руслановнаға беріледі. Уважаемый Асхат Канатович, уважаемые коллеги, Комитетом по охране прав детей проведен мониторинг деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, анализ планов работы комиссии на 2020 год, которые показали, что деятельность комиссии не охватывает реализацию задач, соответствующих действующим законодательствам. В период с начала октября комитетом было посещено 83 заседания областных, городских, районных комиссий. Также я сама посетила 15 заседаний в регионах. Перед посещением был составлен чек-лист, проведено установочное совещание с секретарями по разъяснению правил основных принципов работы. Данный чек-лист сейчас уже может использоваться как дополнительное методическое руководство алгоритм работы. Мониторинг деятельности и посещение заседаний региональных комиссий показал ряд системных проблем.
Сегодня на МВК принимают участие заместители акимов областей, городов и районов. Все вы являетесь председателями комиссий в своих регионах, и перед вами стоит задача принять действенные меры по устранению озвученных проблем. Во-первых, хотела бы обратить внимание на то, что в республике на медико-социальном учете состоят более 8 тысяч неблагополучных семей, в которых воспитывается более 12 тысяч детей. Однако мы были очень удивлены, что на районных и городских заседаниях комиссии рассматривается по одной и две ситуации оказания помощи детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. А есть города и районы, в которых материалы семей в целом не рассматриваются. На большей части посещенных нами заседаниях вопросы рассматривались формально и сводились лишь к отчетам должностных лиц без принятия конкретных решений. Костанайская, Карагандинская, Северо-Казахстанская, Туркестанская области. Также на заседаниях в основном рассматриваются вопросы профилактики, преступности, сферы образования. Однако не рассматриваются вопросы здравоохранения, социальной защиты, культуры, миграции. Во-вторых, в нарушение действующего законодательства заседания комиссии проводятся, как правило, только один раз в месяц. Есть случаи проведения заседаний без участия председателя комиссии либо его заместителя. Город Нур-Султан, Петропавловск, Карагашевский район Туркестанской области. Комиссии проводятся на уровне управления отделов образования, что теряет основную идею комиссии – межведомственное взаимодействие. В некоторых регионах заседания комиссии проводятся областным или городским секретарем Туркестанской, Северо-Казахстанской, но не ее председателем. В-третьих, практика выездных внеочередных заседаний комиссии реагирования на кризисные ситуации, связанные с нарушением прав детей, региональными комиссиями не применяется. В-четвертых, нами выявлены случаи правовой неграмотности членов комиссии и принятия решений в разрез действующего законодательства. Например, один материал в городской комиссии города Жасказган. В-пятых, отсутствие межведомственного взаимодействия и координирующей роли председателей региональных комиссий и принятие конкретных решений по социальной реабилитации и оказанию помощи детям из неблагополучных семей. Отсутствие семейного подхода. В большинстве случаев при рассмотрении дел и семей работа комиссии строится по принципу карания и нравоучения. Однако членами комиссии не вырабатываются конкретные меры, алгоритмы по оказанию помощи семье. В-шестых, в ряде регионов функции рабочего органа комиссии продолжают возлагать на управление и отделы образования, внутренней политики, что приводит к неэффективности проводимой комиссиями работы по обеспечению прав несовершеннолетних. Этому вопросу мы на каждом заседании, в каждом выступлении уделяем особое внимание, однако акиматами меры так и не предприняты. В-седьмых, наблюдается высокий уровень текучести кадров секретарей комиссии, при этом отсутствует преемственность. В-восьмых, не на должном уровне ведется работа по освещению деятельности комиссии, направленных на профилактику правонарушений, безнадзорности, беспризорности среди несовершеннолетних, в средствах массовой информации, в том числе через сайты акиматов и социальных страницах Facebook, Instagram. Нами был проведен мониторинг социальных сетей, интернет-ресурсов, и, к сожалению, публикации о деятельности комиссии, результатах работы, телефонах доверия, контактах руководителей, планах работы практически нет, за исключением материалов, скажем, Бурской и Туркестанской областей. В целом, мониторинг деятельности комиссии показал слабую межведомственную работу ее членов и отсутствие четкого понимания ее основных функций и задач. К примеру, в Жетысайском районе Туркестанской области к работе комиссии были подключены все организации образования района. Данное заседание приобрело функции заседания органов образования, а не работы местных исполнительных органов. Комиссию вел областной секретарь, а не ее председатель. Уважаемые члены МВК, также хочу обратить ваше внимание, что наряду с проблемными вопросами нами все-таки были отмечены отдельные комиссии, работа в которых выстроена четко и на должном уровне. Например, при посещении Денисовского района Костанайской области отмечена активная позиция владения ситуацией, происходящей в регионе, и желание помочь каждой рассматриваемой семье у заместителя акима района. Такие положительные примеры руководства комиссии непосредственно заместителем акима, несмотря на наличие недочетов, можно также отметить в городе Жасказган, в Целиноградском районе Акмолинской области, в Алмалинском районе города Алматы, в городе Тараз. Я думаю, что такие примеры мы должны популяризировать. Мы запланировали ряд показательных заседаний в регионах, которые показывают слаженную и эффективную работу комиссии для других. Такой обмен опытом позволит нам усилить работу в отстающих регионах. Уважаемый Асхат Канатович, в ноябре со всеми секретарями комиссии мы начали работу в интерактивном формате с использованием онлайн-доски. Работу мы построили следующим образом. Определили проблемы по пяти направлениям. Всем секретарям на едином поле мы предложили определить основные проблемы, по их мнению, которые мешают работе комиссиям работать оперативно и эффективно.
Сейчас для председателей комиссии я бы хотела озвучить наиболее актуальные проблемы, которые требуют решения не только с нашей стороны, но в большей степени с вашей. Отсутствие заинтересованности всех членов комиссии. Об этом говорит не только комитет по охране прав детей, но и сами члены комиссии, секретари комиссии. Зачастую, как я уже ранее сказала, работа сводится только к деятельности образования и ювенальной полиции. Но так не должно быть. В составе комиссии специально находятся и другие заинтересованные органы, которые в рамках своей компетенции должны решать возникающие проблемы. Второе. Вновь вернусь к вопросу отдельной штатной единицы. Нами выяснено, что даже в регионах, в которых штатная должность находится в Акимате, она не является освобожденной. Данный мониторинг мы продолжим и в следующем году, посетим каждую комиссию, и данные по освобожденной ставке будем представлять не на основе ваших отчетов, а по тому, как происходит ситуация на самом деле. Также были озвучены проблемы о слабом материально-техническом обеспечении, информационном сопровождении деятельности комиссии. Уважаемые председатели, проведите мониторинг, выясните, кому нужен интернет, компьютер, транспорт для оперативного реагирования на кризисные ситуации. Перед всеми комиссиями мы ставим очень много важных вопросов, и от их мобильности порой зависит судьба ребенка. И последнее – это организация работы комиссии в бумажном формате. Также есть очень много предложений, касающихся внесения изменений в нормативные правовые акты. Их все мы учли и включили в план работы на будущий год. Проводимая интерактивная работа показала свою эффективность, и мы ее продолжим. И совместно с секретарями всех уровней комиссии выработаем стратегию и план по дальнейшей трансформации деятельности. Работая со всеми регионами, с каждым уровнем комиссии, а это областной, городской, районы, мы увидели, что наши секретари максимально заинтересованы в их эффективной работе, и у них похожие проблемы и предложения. Поэтому, уважаемые председатели, предлагаем вам не быть пассивными, выяснить все проблемы, возникающие при работе, и самое главное, принимать активное участие в деятельности комиссий, которые вы возглавляете, ведь на них возложена самая главная роль по защите прав детей. В завершении хотим поделиться с вами о принимаемых мерах со стороны Министерства образования и науки, с которыми вы можете ознакомиться на слайде. Также нами прорабатывается вопрос цифровизации и модернизации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Основные моменты цифровизации мы также отразили на слайде и направим во все регионы. Благодарю за внимание. Рахмет. Кімде Юлия Руслановна сұрақтар бар? Юлия Руслановна өзі президент кадр резервінен бізге келді. Бұл кісі өңірде өзі осы комиссияның жұмысында тікелей қатысып жұмыс деп келді. Қалалық деңгейде орган опеки и попечительствоның басшысы ретінде. Сондықтан бұл мәселені жетік біледі деп ойлаймыз. Жергілікті проблемаларды әсіресе біледі. Өзі сонда істеп осы мәселемен айналысқаннан кейін. Сондықтан құрметті әріптестер осы мәселелер бойынша өте маңызды, бұны бөлек қарауымыз керек болды бүгін. Межведомственная комиссия – это главный инструмент и главный институт для координации усилий всех государственных органов. Именно поэтому мы обращаем такое пристальное внимание этому институту. Здесь и здравоохранение, и образование, и полиция, и все органы должны работать в одном направлении. Вот сейчас Юлия Руслановна говорила, в основном превратили межведомственную комиссию просто в рабочий орган управления или отдела образования. Смотришь планы работы, все, что касается образования. Смотришь, как будто вот это план коллегии отдела или управления образованием. Где вопросы ювенальной полиции? Где вопросы жилья? Где вопросы защиты прав детей? Где вопросы здравоохранения и скрининга и так далее, социальной защиты? То есть однобоко. Это связано с тем, что традиционно данные комиссии, секретари и государственным органам, рабочим органам были управление или отдел образования. Поэтому это недопустимо. Надо рассматривать все вопросы одинаково. Мы стали посещать заседания районных и областных комиссий. Благо сейчас для этого никаких особых проблем нет. Эти комиссии проводятся дистанционно. Наши коллеги подключаются к работе этих заседаний и как раз имеют возможность оценить всю эту работу. Поэтому все эти замечания, они появились. Мы уже говорили о том, что есть слабая работа именно комиссии. Мы отмечаем
слабую работу как комиссии, так и органы опеки и попечительства городов Шымкент, Алматы, Атрауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей. Но на достаточно хорошем уровне проводится координационная слаженная работа Жамбыльской и Северо-Казахстанской областях. Надо перенимать опыт данных регионов. Выступление сейчас было сказано, что нет видения по исполнению поручения по обеспечению отдельной штатной единицы по секретарям Акмолинской и Маңғыстауской области. Акмола мен Маңғыстау областарының төрағалары осы мәселе бойынша қысқаша мәлімет берсеңіздер. Айна Ермекқызы. Да, Асхат Канатович, есть проблема в том плане, что на сегодня, в принципе, у нас в 6 регионах области введены постановлениями акиматов в аппараты акимов Астраханского, Сельско-Сандыктавского, Коско-Индыковского района и города Кокшетау. Постановление акима области введена штатная единица в аппарат акима области. Думаем, что в первом квартале 2021 года мы, в принципе, доведем ситуацию до завершения. Есть проблема по дефициту лимита в остальных районах городах, но здесь тоже мы акимам районов городов довели, что в начале января нагрузка на по лимитам штатным у районов городов в связи с переводом отделов образования уйдет в область, то получается и нагрузка на бюджеты тоже упадет. Поэтому, в принципе, данная работа продолжается. Мы будем вам докладывать о том, что все единицы будут доведены до конца, работа завершена по введению секретарей отдельных единиц по делам несовершеннолетних. Есть проблемы в районах городах, это тоже озвучилось в докладе. Это, по-моему, повсеместная проблема, потому что мы изучали, и выездные заседания были в отделах образования по секретарям текущести кадров. И я знаю очень хорошо, что и при отделах по делам несовершеннолетних департаментах полиции текучесть очень сильная, постоянно обучение ведется, постоянно поиск закрытия этих должностей. Это вот мешает в работе. Но стараемся держать руку на пульсе и решать эти проблемы. Принимайте решение, принимайте меры, Айна Ермековна. Гульмира Мұратқызы. Уважаемый Асхат Ханатович, сегодня озвучены все недостатки деятельности комиссии по делам несовершеннолетней защиты их прав Маңғыстауской области. Они имели место быть. В областном аппарате акима сегодня должностное лицо определено в качестве секретаря областной комиссии. И в Каракианском районном акимате также персональный госслужащий определен. По районам в течение первого месяца, января 2021 года, во всех районах будет выделен отдельный секретарь единицы. И все те недостатки, которые в адрес акимата области прозвучали, мы и примем в кратчайшие сроки меры по устранению. Рахмет, Гульмира Мұратқызы. Асхат Канатович, я могу пару вопросов сказать. Я вижу, что в представленных материалах наших управлений фактически работа есть, но слабая исполнительская дисциплина и отсутствие контроля с нашей, видимо, стороны. Так, например, 885 детей-сирот и оставшихся без попечения родителей за 3 года из состоявших на учете 119 детей были обеспечены жильем. Это, я думаю, неплохой показатель. Мы решаем, с 1 января создание 3 ПМПК в области. На сегодняшний день действовало только 3 ПМПК. При численности детей 287 063 ребенка. По области, из них более 6 тысяч это дети с ограниченными возможностями, 2626 детей-инвалидов. Конечно, защита прав несовершеннолетних – это самый острый вопрос. Я заверяю вас, что мы все меры предпримем по устранению всех
указанных недостатков. Жақсы, рахмет. Құрметті әріптестер, басқа сұрақтарыңыз болмаса, келесі сұрақты қарастырайық. Бұл комиссиямыздың келесі жылға арналған жұмыс жоспары. Енді бұл алдын ала бекітілген мәселелер қарастырылады. Бұл жоспар, это проект. Я прошу вот буквально в течение нескольких дней проработать. Может быть, вы дадите другие предложения. Предлагается сегодня принять его за основу и с учетом ваших предложений доработать, и окончательно мы эти вопросы направим вам уже после утверждения. Есть какие-то вопросы по данному вопросу? Предложение? Нет? Слово просит Аружан Саин, уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан. Всем здравствуйте. Рада всех видеть. Очень непростой был год, конечно, для всех стран с этой пандемией, но тем не менее это не должно никак отражаться на качестве жизни детей, на соблюдении их прав. Поэтому я бы хотела, пользуясь тем, что сегодня присутствуют и заместители акимов, и руководители управлений, члены межведомственных комиссий, сделать акцент на том, на что нужно особое внимание обращать и то, что упускается комиссиями. У нас есть очень важная, большая цель – это снижение инвалидизации детства. Я об этом неоднократно говорила на разных совещаниях, но я бы хотела, чтобы вот очень серьезно в регионах отнеслись к дорожной карте, которая была в августе подписана, она с 2021 года начинает исполняться, и больше всего мы, это родители детей, это пациентские организации, НПО, и я выражаем обеспокоенность тем, чтобы эта дорожная карта не выполнялась формально. Дорожная карта по улучшению качества жизни детей с ограниченными возможностями, она в очень важной части направлена на профилактику, на то, чтобы дети сохранили все свои функциональные возможности, здоровье, чтобы они не становились в итоге инвалидами. И здесь очень большая работа, конечно, должна быть проведена на местах. Поэтому вот то межведомственное взаимодействие, о котором Асхат Канатович говорил, оно очень важно для здравоохранения, социальной защиты и образования. Начиная с момента того, как ребенок рождается, это на уровне дородовом, принятия родов, и сразу после рождения ребенка необходимо предпринять все меры для того, чтобы выявить те функциональные ограничения, которые у ребенка могут быть. То, что касается писем, которые направляла в сентябре прошлого года еще всем акимам. Для того, чтобы снизить инвалидизацию детства по зрению, вы должны были приобрести оборудование, обучить офтальмологов и обеспечить все перинатальные центры и кадрами, и оборудованием, чтобы дети, рождающиеся с ретинопатией недоношенных, имели возможность сохранить зрение. На данный момент у меня нет информации, что кто-то выполнил вот эти вот задачи, поэтому я всех прошу, вот всем ВК возьмите на контроль вот эти вещи. Скрининги аудиологические, офтальмологические должны проводиться своевременно. Я писала письма всем акимам на предмет проведения скринингов на наследственные болезни обмена веществ. Это нужно делать детям группы риска, опять же, при рождении. В принципе, у нас на два заболевания, это фетилкетонурия и еще одно НБО, у нас этот скрининг делается. Добавить туда панель, расширить эту панель на НБО несложно. Вот, поэтому это сохранит не только обеспечить права детей, их здоровье и так далее, потому что многие эти болезни регулируются питанием, ферментозамещающей терапией, что недорого. Это сэкономит огромные деньги, которые в последующем семьи и родители тратят на то, чтобы этого ребенка поддерживать и лечить, когда заболевание выявлено не вовремя, поздно, запущено и так далее. То же самое касается раннего выявления детей с разными задержками развития в отношении неврологии, ментальных нарушений, когда на ранней стадии вмешательства, обеспечив ребенку и медицинское сопровождение, и коррекционные образовательные услуги и социальную поддержку,
можно ребенка вывести на тот уровень, когда он будет получать образование, жить полноценной жизнью, не будет приобретать уже вот эти ДЦП и другие диагнозы, с которыми очень тяжело жить. Это нарушение прав детей на жизнь и здоровье, на сохранение здоровья. Поэтому эти все вещи нужно решать на уровне региона. Ну и в дальнейшем уже то, что касается реабилитации, когда все равно инвалидность есть и состоялась, мы понимаем, что часть детей в любом случае они будут приобретать эту инвалидность по их врожденным заболеваниям, по их состояниям. Вот эти все реабилитационные услуги должны быть обеспечены. Это очень важно, поэтому к этой дорожной карте я хочу привлечь особое внимание. Также все время выпадают из внимания местных органов и исполнительных властей дети с орфанными заболеваниями, с редкими заболеваниями, с эпилепсией. Родители вынуждены писать письма там известным футболистам, президенту, каким-то звездам мировой величины в просьбах помочь купить лекарства. Хотя это должно обеспечиваться за счет средств местных бюджетов. Этих детей не так много. Если вы посмотрите по орфанам, по редким заболеваниям и детям там, с эпилепсией, там, с рядом заболеваний, которые... Ну, не так часто встречаются, в каждом регионе таких детей немного. Почему им не закупаются лекарства до сих пор, непонятно. Хотя Министерство здравоохранения в сентябре проводило уже большое совещание по этому поводу. По результатам этого совещания были направлены в акиматы все письма. Но родители и НПО ходят по заколдованному кругу, когда МИО кивает на Минздрав, Минздрав говорит, что это обязанность местных исполнительных органов, и дети остаются без лекарств до сих пор. Только 4 региона, насколько я знаю, заказали Сабрил, это вот для детей с эпилепсией, а остальные регионы как? Почему на это не закладываются деньги, почему это не находится под контролем? И большой вопрос я бы хотела задать, ну вот на вашем уровне, пожалуйста, поработайте с депутатами. Они не должны утверждать бюджеты ваших регионов, если там не заложены вот эти важнейшие деньги на обеспечение прав детей. И в начале, вот первый квартал следующего года, я настоятельно требую, чтобы все дети были лекарствами обеспечены. Это ваши дети, которые живут в ваших регионах. Там, в принципе, по большей части никаких проблем нет. Если не зарегистрирован препарат, путем разового ввоза каждый регион может закупать эти препараты. Если это саботируется уже, ну, я не знаю, тут выхода уже не остается, я прошу, уже буду на уровне республиканских органов поднимать вопросы кадровые. Не справляется управление здравоохранения, если МВК не может настоять на том, чтобы эти проблемы детей решались, ну тогда давайте как-то уже на уровне освобождения занимаемых должностей. Потому что дети умирают. У них из-за отсутствия лекарств, вот началась эпидемия, родители, которые сами покупали эти препараты, привозили из России, Турции, еще там откуда-то из Европы, границы закрылись, привезти не смогли, у детей состояние так ухудшилось, что теперь вывести их хотя бы в то состояние, в котором они были, это требует огромных сил времени, главное это потеря здоровья детей. Вопросы, которые касаются безопасности, и в частности вот этих вопиющих там случаев насилия, которые регулярно происходят, нарушение прав детей в семье со стороны физического насилия, нарушение прав детей в детских садиках, где там постоянно резонансные эти ситуации происходят. Это все требует большого внимания, но я хочу сделать акцент на том, что, к сожалению, на сегодняшний день эти вопросы, да, нужно решать в правовом поле, усиливая ответственность. Здесь вопрос правоохранительных органов, привлечения к ответственности, надзора прокуратуры и так далее, очень важен. Но мы должны понимать, что это делают люди, наши сограждане, взрослые люди, которые вот считают возможным так себя вести со своими родными детьми, с детьми, которые не являются их родными детьми, но они там воспитатели в этих учреждениях, либо это просто ну, как бы граждане, которые могут так поступить со своим и чужим ребенком. Это уровень воспитания нашего общества. Это то, на каком уровне мы сегодня находимся, общего сознания нашего народа, которое склонно к тому, чтобы нарушать права детей, других взрослых. И мы должны понимать, что здесь
потребуется время для того, чтобы воспитать общество, которое будет не склонно к насилию, которое будет не склонно к нарушению законов. Мы упустили целые поколения отсутствием воспитания. Мы не дали нашим гражданам то, чтобы их в сознании их держало в четком поле человеческих ценностей, уважение людей друг к другу, уважение прав друг друга, уважение детей. Поэтому то, что касается тех задач, которые ставит Касым-Жомарт Кемелевич в плане воспитания качественного человеческого капитала, это вопрос, который не только будет говорить о кадрах, о конкурентоспособности наших граждан в будущем, это вопрос в том числе и соблюдения прав и нетерпимости, насилия, в том числе и к детям. Поэтому принят закон, и я очень благодарю Министерство образования за то, что вынесли это, и вот это подушевое финансирование на доп. Образование было принято мажилисом сейчас. Я благодарю парламент за то, что они в рамках закона о культуре и спорте приняли закон о подушевом финансировании, о творческом и спортивном государственных заказах. И это должно заработать с 1 мая, но я настаиваю на том, чтобы ваши регионы начали эту работу раньше. Потому что дети, которые ничем не заняты, кроме школы, а сегодня школа еще это на дистанционном этом образовании, она как бы, ну, наши дети действительно, они лишаются очень многих возможностей. Помимо школы, спорт и культура, искусство – это залог того, что дети завтра вырастут другими, не такими, как мы сегодня. Это очень важно, и на это должны быть направлены деньги местных органов исполнительных властей. В разрезе доп. Образования это касается образования, и там я не вижу проблем. Но в разрезе культуры и спорта, управления культурой и управления спорта, львиные доли ваших бюджетов должны быть направлены на охват детей спортивными секциями и кружками искусств. Президент сказал прекратить финансировать профессиональные команды, вот эти разные спортивные клубы, которые во всем мире существуют за счет своих средств, это спонсорские деньги, то, что они зарабатывают, прекратить финансировать декоративные имиджевые мероприятия, всякие форумы формальные, которые не дают никакого эффекта, направить деньги, инвестировать деньги в людей, в народ, в наших детей. Поэтому эта задача очень важная. Дети, которые будут заниматься любимым делом, они вырастут уже другими, если вы дадите им возможности. Решите инфраструктурные проблемы, все объекты спорта, культуры будут служить народу и детям, тогда завтра у нас не будет проблем таких, которые есть сегодня, связанных с сексуальным насилием над детьми, над женщинами, вот физическим насилием. Вот этот весь ужас, который творится, он постепенно сойдет на нет, потому что вырастут люди, которые будут друг друга уважать за труд, за достижения, которые будут уметь сами воплощать свои мечты, стремиться к своим целям, служить также своему народу, своему государству. Это очень важно. И поэтому я вот настаиваю на том, чтобы внимание МВК было приковано к тому, что права детей на развитие своих талантов и способностей должны быть обеспечены регионами. Если это не будет выполняться, я буду докладывать Касым-Жомарту Кемелевичу, что это саботаж его поручений. Далее. К сожалению, у нас очень много вопросов, когда дети не обеспечены положенными им услугами или техническими средствами реабилитации. Это так же, как и необеспечение лекарственными препаратами. Местные органы исполнительных властей, которые должны вовремя закупать, например, подгузники, коляски, те же катетеры для наших детей с разными диагнозами по разным видам инвалидностей, не закупают это вовремя, не обеспечивают детей. И я прошу МВК все взять на контроль вот эти вещи, потому что тендеры должны проводиться вовремя, закупки должны производиться вовремя и в необходимом объеме. Я, начиная с февраля-марта месяца, начинаю получать письма о том, что детям не закуплены те же, даже элементарно подгузники. Почему? Почему так происходит? Почему вы не можете объявить этот тендер в октябре, в ноябре заключить договора, в декабре получить и в январе уже начать выдавать
детям то, что им положено. Если у вас какие-то проблемы, связанные с финансированием, поднимайте эти вопросы на уровне Министерства финансов, Министерства экономики. Поднимайте эти вопросы на уровне правительства. Это не должно касаться детей. И родители не должны за свой счет покупать то, что им положено детям по закону от государства. И здесь опять же вопрос, который касается взаимодействия с маслихатами. Если депутаты не контролируют эти вещи, не контролируют деньги, которые выделяются на обеспечение детей, тогда ставьте эти вопросы как работу этих местных маслихатов. Не справляются депутаты, ну пусть тогда будут, придут другие, пусть они тогда заменяют, потому что здесь это колоссальное социальное напряжение создает. Помимо того, что это нарушение прав детей, это дискредитирует власть в глазах граждан постоянно. Поэтому здесь я бы просила всех быть очень внимательными. И то и это все касается межведомственного взаимодействия. Я прошу, чтобы те учреждения, которые находятся в ведении социальной защиты, не упускали то, что дети там должны получать образование. И чтобы управление образованием активно участвовали и контролировали образование в этих учреждениях. Дети, которые находятся в домов, они в том числе есть дети, которые нуждаются в услугах здравоохранения. У нас есть дети, которые там годами не оперировались и не лечились. Есть там нужды, которые необходимы как детям с особыми образовательными потребностями и социальными потребностями. Поэтому вот это межведомственное взаимодействие очень важно. Касательно Аягуза. Я не знаю, почему у вас в регионе происходят такие вещи. Почему на вашем уровне акимата не задаются элементарные вопросы? Почему не проводилось вскрытие детей после смерти детей? Почему? По закону не имели права не сделать вскрытие, тем более дети умерли в медицинском учреждении. Тем более во всех этих отчетах проверок идут красной нитью, что это была поздняя госпитализация детей. Это потребовало эксгумации. В эксгумации выявлены травмы, которые получить ребенок, тем более в таком состоянии и с такими диагнозами, которые были у детей, самостоятельно не может. Вас удовлетворяет решение суда? Меня оно не удовлетворяет. Я написала письмо президенту, изложила там все аргументы. Я требую расследования этого дела. Я вообще надеялась, что на местном уровне будет опротестован этот приговор, потому что это категорически недопустимо. Когда один ребенок, это может быть что-то случайно там произошло, но когда четверо детей гибнет в течение одного месяца, когда в учреждениях эта смертность вообще на нулевая в год бывает, вообще дети не умирают. Потом, связанные с основными их заболеваниями, то, что вы комментарии давали, состоянием детей. Вы знаете, если ребенок с врожденными пороками рождается, и у него есть какие-то диагнозы, которые сложные, действительно, которые могут привести к гибели ребенка, это, как правило, случается в новорожденном возрасте. Вот у меня сейчас непрерывные консультации идут с патологоанатомами, с врачами разного профиля, и все едины в своем мнении. У всех очень много вопросов вызывает и гибель этих детей, и травмы, которые дети получили, и отсутствие вскрытия после смерти детей, и результаты этой эксгумации. Поэтому, если я думаю, что эта история не закончилась, при этом, почему никто не обратил внимания на то, что в результатах проверки вот, комиссии, в частности Минздрава, были страшные термины, что у детей была кахексия диагностирована. Кахексия – это крайнее истощение организма, которое сопровождается снижением веса, общей слабостью, изменением психоэмоционального состояния, ухудшением жизнедеятельности организма в целом. Кахексия ослабляет пациентов до состояния неподвижности, связанного с потерей аппетита, астенизацией и анемией. Реакция на стандартное лечение основного заболевания обычно плохая. Дети истощены были в этом учреждении. Это значит, что что-то было с питанием, их там как-то так кормили, что у детей было вот это крайнее истощение организма. Это вообще говорит о том,
Там и последующие проверки, кстати, показали, насколько я знаю, то, что и у других детей это выявлено. Кто несет за это ответственность? Почему? Вот вы думаете, что сейчас там ситуация налаживается, хорошо, мы рады, что там действительно что-то меняется в лучшую сторону. Но то, что с детьми было, за это кто будет отвечать? Поэтому я бы просила Комитет по охране прав детей. Там на отправлены запросы, но вот то, что касается выявленных нарушений в результате прокурорских проверок, и я бы просила проанализировать принятые меры, какие меры были приняты акиматами, потому что там иногда чисто декоративные вот эти наказания или ответственность, которая привлекается, это недопустимо. Права детей так и будут нарушаться, если будет такое отношение. Спасибо большое. Спасибо. Всем... Спасибо. Коллеги, несмотря на сложности, есть и серьезные изменения. И главное, системные изменения. Вот сейчас об этом я Ружан говорил. Это по доп. Образованию госзаказ. Вот это очень важно. Мы должны занять досуг детей, чтобы они были, получали необходимое развитие, так называемые мягкие навыки. И большое спасибо, что парламент поддержал эти инициативы. И мы думаем, что вот это как раз те системные меры, которые позволят нам занять детей и снизить вот все эти негативные моменты. То же самое в этом году мы увеличили сеть психолого-медико-педагогических консультаций, серьезно увеличили. Это позволит нам рано выявлять нарушения у детей и потом, соответственно, принимать меры. И серьезно у нас увеличивается сеть кабинетов коррекции. Это тоже надо отметить. Это все работа, в том числе, наших местных исполнительных органов. Поэтому я и всегда говорю, нельзя смотреть на вещи сквозь призму черного-белого. Да, есть проблемы, а их немало, к сожалению. Но есть также и позитивные моменты, и эти моменты мы должны о них тоже говорить. По инклюзивному обучению регионы активно в этом году поработали. Тоже мы должны об этом сказать. В этом году мы ввели местных, так называемых, уполномоченных по правам ребенка, да, как мы их там называем, на самом деле это заместители председателей департаментов, они напрямую работают с уполномоченным по правам ребенка, и тоже это стало хорошим инструментом для того, чтобы вот, принимать своевременные меры. По раннему скринингу, раннему выявлению тоже важно в следующем году работу продолжить. То, что сейчас говорилось про институты раннего развития и программы для особенных детей, в том числе в детских садах, это тоже то, что у нас находится на повестке дня. Мы в следующем году рассмотрим вопросы комплексной проверки детских центров оказания специальных социальных услуг. В следующем году мы будем смотреть и слушать об итогах мониторинга деятельности в медицинских кабинетов в организации образования. Несколько лет назад мы передали в ведение Министерства здравоохранения, как эта работа ведется. Также есть поручение президента по индексу благополучия детей и детскому бюджету. Это новые инструменты оценивания и воздействия, и политики в целом. Тоже эти вопросы очень важные. Ну и, конечно, вопросы, которые касаются превенции суицида, профилактики преступлений, посягающих на половую неприкосновенность. Это профилактика в целом правонарушений. И многие другие вопросы, они все будут в фокусе нашего внимания в следующем году. Құрметті әріптестер, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев осы балалардың құқықтарын қорғау бойынша ерекше өзінің бақылауында ұстауда. Оны өздеріңізде де сезініп отырсыздар деп мен білемін. Сондықтан әрине де бұл мәселелер ол әр қайсымыз үшін ең басты мәселенің бірі болуы тиіс. Бұл біздің үлкен парызымыз, сондықтан осы жұмысты ары қарай бірге жүргізетін боламыз. Жаңағы айтқандай, біраз өңірлерде биылғы жылы жақсы өзгерістер болды. Сондықтан барлықтарыңызды келе жатқан жаңа жыл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Әр отбасыға, әр шаңыраққа денсаулық, бақ береке, келесі жыл өте жайлы, мерекелі, берекелі, құтты жыл болсын дегім келеді. Осы балалардың құқығын қорғау бойынша жұмысты ары қарай бірлесіп жалғастыратын боламыз. Қатысып, белсенді өздеріңіздің ұсыныстарыңызды бергендеріңізге көп рахмет. Сау болыңыздар. Осымен комиссияның жұмысы аяқталды.